вернулся. Давай быстрее. Мама уже звонила. Ух ты! Ого! Что это? Ну что ты сидишь? Маша, смотри, там что-то интересное. Где? Коробку кто-то выбросил. Или потерял. Надо посмотреть, что в ней. А вдруг что-то опасное? Ничего страшного, здесь даже записка есть. Привет! Если ты нашел эту коробку, ты стал участником занимательного квеста. Выполняй все инструкции, и в конце тебя ждет сюрприз. Что еще за квест? Это, скорее всего, работники детского сада выкинули. Ой, не нравятся мне такие находки. Да, мама, бежим. Тима, Маша, а где вы так долго ходите? Да вот, Тима нашел какую-то подозрительную коробку возле детского сада. Маша, не начинай! Мам, здесь какой-то квест, вот записка. И еще какие-то картинки внутри. Интересно, интересно, пошли посмотрим. Угу, что здесь? Привет, нашел коробку, стал участником. В конце тебя ждет сюрприз. Действительно, вроде ничего страшного. Вот чудики какие-то. Где-то я уже их видела. Вполне милые зверушки. Вот этот немножко страшненький. А так ты посмотри, какая милота. Так, давайте проходить квест. Я готова. Мама, ты с нами? Машуль, я бы с удовольствием, но надо убегать по делам. Не успеваю вас покормить, так что суп на плите, и потом расскажете, чем закончился квест. Ладно, давай дальше смотреть. Так, вот это, походу, инструкция. Добро пожаловать в наш детский сад. Настало время познакомиться с его жителями. Я же говорил, это реальный квест для малышей. Подбери описание ко всем персонажам. Описания могут быть в коробке. Они придут, и надо будет выжить. Что-то не похоже на описание квеста. Такое впечатление, будто бы маленький ребенок написал. Здесь еще записки. Тебе не повезло, ты разбудил монстров Бан-Бан. Каких еще монстров? Тима, мне кажется, мы снова вляпались. А я говорила. Ответы тебе помогут в коробке. В коробке? Но коробка пустая. Ищи ответы. Где? В коробке. Коробка на столе. Написано. Ответ на дне. Я понял. Здесь, походу, двойное дно. Зеленый, фиолетовый. Красный, синий. Почему они все разноцветные? Это цвета тех монстров, что на картинках. Читай зеленый. Накорми меня. Надо бросить ему еды. Сейчас посмотрим, насколько он голодный. Где инструкция?
главный Джамбо Джош. Любит здоровую еду и учит их правильно питаться. Здоровую? Конечно, он чипсы не будет. Кинь ему апельсин. И апельсин не нравится. Что же делать? Я придумала, надо бросить что-то зеленое. Например, огурец. Он тебя увидел. Я здесь. На тебе. Есть! Маша, уходим. Мы реально разбудили монстров Бан-Бан. Сейчас посмотрю, кто это в инструкции. Опила, розовая птица, при встрече преследует, чтобы атаковать. Мы теперь не сможем зайти в эту комнату. Она погонится за нами. Цветные листы. Надо посмотреть, что написано на фиолетовом. Обожает своих птенцов. Пластилин! Нам нужен пластилин. Слепим птенцов и подкинем ей. Сейчас принесу. Вот, годится. Раскатываем шарики. У меня готово. У меня тоже. Я открываю дверь. Ты ставишь этих птенцов. Может, сработает. Кажется, тихо. Опила исчезла. Фух, давай пять. Но осталось еще два листа. Синий и красный. На синем написано... Подожди, я звоню маме. Этот квест становится опасным. Абонент временно недоступен. Мама не отвечает. Маша, смотри! Абонент временно недоступен. Это еще кто? Зря мы разбудили монстров Бан-Бан. Каждый следующий еще страшнее и страшнее. Как вам первый день в нашем детском саду? Первый день? Надо с этим заканчивать. Я не хочу, чтобы был второй день. Так, где инструкция? Вот. Наб-наб, мерзкий синий паук. Не разговаривай с ним, а то попадешь в его сети. Противный паук! Уходи отсюда! Маша, не разговаривай с ним! Бежим! Чего? Наб-наб запутал меня в паутину! Я не могу сдвинуться! Читай синий листок! Быстрее! Вот синий! Я боюсь липких вещей! Что же липкое у нас есть в доме? Варенье, мед, клей! Я знаю! Слайм! Вот, есть! А паука нет! Он исчез! Не все так просто! Наверное, он залез в засаду, чтобы резко напасть! Дурацкая паутина! Надо его выманить! Я спрячусь, а ты говори все, что угодно, лишь бы он вылез! А если что-то не так пойдет? Уже все не так пошло.
Надо не бояться, а пробовать. Говори все, что угодно. Ладно. Эй, Нап-Нап, мерзкий паук, что, спрятался? Испугался нас? Я вижу. Глупый паук, я здесь. Ты что, не видишь? У тебя три глаза. Ну ты вообще слепой. Что мы взяли ту коробку. У нас остался красный лист. Нужно сделать все, чтобы не встретиться с последним монстром. Я тоже об этом думал. Пошли посмотрим, что можно сделать. Не поняла. А кто это сделал? Зеленый зачеркнут. И эти два зачеркнуты. Они что, сами себя перечеркнули? Что происходит? Я понял. Эти листы и есть разгадка. Что ты имеешь в виду? Джамба Джош, Нап-Нап, Опила. Мы их всех победили. И чтобы победить красного, нужно его тоже перечеркнуть. Это может сработать. Давай! Осталось это все сложить в коробку и вынести на мусорку. Мама сообщение прислала. Тима, Маша, я буду через часик. Как квест? Уже прошли? Мама, это какой-то странный квест с монстрами и паранормальщиной. Быстрее приходи. Помоги мне это собрать. Это опять от мамы. Класс, очень рада, что вам весело. Жаль, не могу составить вам компанию, но потом все мне расскажете. В смысле, мама рада? Ты же ей надиктовала, что здесь монстры. Ну да, вот, смотри. Мам, привет. Квест суперинтересный. Мы с Тимой в восторге. Приходи, тебе тоже понравится. Но ты ведь такое не диктовала. Я скоро сойду с ума от этого квеста. Ты тоже это слышала? Пошли туда. Я рад, что вы в восторге от квеста. Что с ним делать? Давай инструкцию. Смотри, он не перечеркнут. Как такое может быть? Без паники. Читай, что написано на красном листе. Руй и Аксив, Лусипер Су. У меня сейчас голова взорвется. Что это все значит? Кажется, я понял. Здесь слова нужно сложить. Смотри, активируй суперсилу. Ай, у меня ладони пекут. Это разгадка. Суперсила. Выставляй вперед. Это еще не конец. Но мне кажется, что это еще не конец. Мне кажется, это еще не конец. Ты думаешь, Бан-Бан вернется?
Не знаю насчет бон-бона, но знаю насчет этой коробки. Пора ее отправить в мусорку. Согласна. Мама! Мама, как хорошо, что ты вернулась! Тут такое происходило! Мы разбудили монстров Бан-Бан! Но мы всех победили! И Опилу, и Зеленого, и даже мерзкого паука! Это все очень интересно! А потом мы отправили тебе сообщение, но Бан-Бан его подменил! Тима, Маша, мне кажется, у вас слишком много свободного времени. Мам! Несмотря на то, что сейчас каникулы, вы будете заниматься с репетитором. Маша, мама как-то странно разговаривает. Что с ней случилось? Ну, мам! У нас же каникулы! Какая учеба? Ваш репетитор вас ждет. В комнате? Познакомьтесь, это ваш репетитор Бан-Балина Бан-Бановна. Мама! Это же очередной монстр из сада Бан-Бан! Маша! Бан-Бан загипнотизировал маму! Наверное, она посмотрела то видео, которое Бан-Бан подменил. Я сделаю чай Бан-Балине Бан-Бановне. Маша! Надо срочно разгипнотизировать маму! У вас урок математики. Садитесь или уничтожу вас. Маша, надо садиться. Вы должны за 10 секунд решить этот пример. За такое короткое время это нереально решить. Ответы в коробке. Маша, какой-то неизвестный номер написал, что ответы в коробке. Это какой-то тайный помощник. Вы долго думаете. У вас есть право только на один ответ. Вот наш ответ. Правильно. Задание номер 2. Это какая-то загадка. У вас 10 секунд, иначе я сотру вас в порошок. Под каким зонтом во время дождя могут спрятаться 6 принцов Апилы, Джамбо Джош, Бан-Бан, 4 паука Нап-Нап? Маша, надо отвечать! Под каким зонтом? Я не знаю. Большим, красным. Я знаю! Во время дождя под мокрым! Правильно! Ура! Фух! У вас перемена! Я принесла чай Бан-Балине Бан-Бановне! Какой-то странный чай! Мама, это монстр! Бан-Балина Бан-Бановна вас очень хвалит. Мама, все еще под гипнозом. Маша, отдай чай Бан-Балине Бан-Бановне. Маш, иди сюда. Сейчас. Только чай ей отдам. Что? В коробке пропали все картинки с монстрами. Появилась новая инструкция. Чтобы вернуть друга, положи в конверт деньги. У меня есть немного денег. Сейчас принесу. Бан-Балина заблокировала.
Звонок? Новый урок? Не получилось! А тут новое задание! Что было завтра, а будет вчера? 10 секунд, иначе уничтожу! Вчера, завтра... Так, завтра будет вчера, если оно сегодня! Ответ! Сегодня! Ты умнее, чем я думала! Последнее задание! Першение плюс боль плюс сухость плюс трудное дыхание! Что за бред? Добавь ей в чай ее вопросы и победи Бамбалину! Понятно! Может, больной человек? Тима, помогай! Ты достала нас со своими вопросами! Что? Тима, что ты делаешь? Ты нас погубишь! Вот, получай! Выпей чайку! Как ты узнал, как от нее избавиться? В коробке была записка. А где коробка? Она пропала! Тима, Маша, а когда я пришла? Ничего не помню. Ура! Мама разгипнотизировалась! Мы тебе сейчас все расскажем. Как хорошо, что все заканчивается хорошо. Ты тоже так считаешь? Ставь лайк и подписывайся на канал. А пока, пока!